Всем приветик. Сегодня суббота, выходной. Вот это наши апартменты. Переходим через стоянку и идем в магазин. Идем посмотрим местный Ликерс. Что тут есть хорошего? Степа захотел пива. А по мне так лучше чуть-чуть коньячка греческого метакса. Посмотрим. Здесь такая сразу плаза у нас рядом. Ликерс прямо вот здесь. За углом CVS маркет большой. Сейчас посмотрим, что тут у них есть. Какое у нас хмурое небо, дождик капает. Погодка, ну, совсем не пляшет. Хотя потеплело чуть-чуть, но снег еще лежит. В Ликерсе были, взяли метаксу и пивко. И чипсы Маша себе прихватила. И вот наши покупочки. Корона Экстра, 12 бутылок. Стоит 16,99. И взяли мы бутылочку метаксы, греческий коньяк. Вот пристрастились к нему, когда были в Греции, понравился. 750 миллилитров. Сколько? Ну, 33 доллара. 750 миллилитров. Значит, 16,53 доллара. Покупки у нас сегодня большие, очень редкие покупки, но иногда бывает. Все, на этом пока, мои хорошие, бай-бай.